Всем доброго времени суток. Дикая лиса маркиза. Дневник приручения. Ну, засунь, мясо будем есть? Бросил сразу. Противная девка. Так я только что такой же кусочек бросила. Гонки. Бросила. Ну кино с тобой. Ай. Как ты сортируешь, не расскажи. Как ты умеешь сортировать мясо? Упала у тебя половина там. О. Что, уже наелась, что ли? А? Свежесваренная. Уже не хочет есть. Бросать уже началась. Она. Уже мясо не хочет, она уже все уже. Что-то будем есть? А? Мясо-то оно запечено чем-то. Зевай, тут сколько ты можешь спать? Целый день на солнце спишь, ночью спишь и... Ничего не понимаю. Какая-то засонистая стала. Кот целый день спит. Ночью гуляет где-то. Ты что ночью делаешь? Он не хочет на желток отплакивать, все. Хочется мне его. Ой, любимка.
Ну, кусать-то не на пальцы только. Вот на себе все это самое. Давай доедай нормально. Вот она что-то начинает, что-то выбирает. Кого выбирать-то? Давай доедай. Роемся. Нет, она даже слезать не хочет по-нормальному. А? Капнула там на нее, будет вылизывать. Тут встала бы нормально бы ела. Ну вот же, все вот же вот. Она белок не хочет, она белок забирать, белок желток я съела. Надо, лизывай.